Стоит гора высокая, а під горою гай-гай-гай. Зелений гай, густесенький, не наче справді рай. Вот ты представь только, что Горбачев, через что я прошел. Что более высокого, как чувство любимой и любимой женщины? Люди должны знать, что происходит в стране, с властью, и что за рубежом, как люди другие живут. Гласность. Где демократия? На какие деньги живете-то? Вы чувствуете себя свободным человеком? Европа воспользовалась шансом, который вы дали? В России вы не герой. Не говорите о роли перестройки, гласности, демократизации в развале СССР. А как же Россия воспользовалась? В мире живем, живем в мире. Стоит гора высокая, а под горою гай. Зеленый гай густесенький, не наче справді рай. Это рассказ о том, как вы жили в раю. А теперь в аду.